Привет, меня зовут Ольга. Я приветствую вас на своем канале «Белки на петелечке». Сегодня хочу вам показать, как вязать резинку с скрещенными петлями. Набираем на спицы четное количество петель. И начинаем вязать. Кромочную снимаем. Первая петля у нас изнаночная. Вторая, лицевая, вяжем ее таким образом. Заводим спицу за заднюю стеночку, захватываем ниточку и провязываем лицевую. Получается вот такая вот скрещенная петелька. Следующая, изнаночная, лицевая, за заднюю стеночку, захватываем ниточку, провязываем. Изнаночная, лицевая. Изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, лицевая, изнаночная. Последняя должна быть лицевая петля и кромочная. Провязали первый ряд. Разворачиваем наше вязание. Второй ряд вяжем вот таким вот образом. Кромочную снимаем. Теперь у нас идет изнаночная петля. Вяжем ее скрещенной. То есть нам было бы сейчас удобно провязать вот так. Получилась бы у нас ровная красивая петелька. Но нам нужна скрещенная петелька, поэтому провязываем вот за эту стеночку. Ну, можно сказать, у нас она получается спереди, значит будет передняя. Провязываем вот за переднюю стеночку изнаночной петлей. Лицевую провязываем. Также за вот эту вот заднюю стенку. Также заводим спицу, захватываем ниточку и провязываем лицевой. Изнаночную провязываем за переднюю стенку, лицевую за заднюю. Изнаночную за переднюю, лицевую за заднюю. И так мы повторяем, чередуем. Лицевая за заднюю, изнаночная за переднюю до конца ряда. Изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, кромочная. Провязали второй ряд. Далее третий ряд и все последующие верх ряды вяжем как второй. Кромочную снимаем, изнаночную вяжем за переднюю стеночку, лицевую вяжем за заднюю стеночку, изнаночную за переднюю, лицевую за заднюю, изнаночную за переднюю, лицевую за заднюю. И так вяжем всю резиночку, чередуя изнаночные и лицевые петли, только вяжем их скрещенными. И у нас получится очень красивая, необычная резиночка. Лицевая, изнаночная и лицевая. Вернее, кромочная. Вот такой вот. Я провязала несколько рядов вверх.
И вот такая вот красивая, необычная резиночка у меня получилась. Она очень хорошо тянется. Очень красиво смотрится в повязках. Я вяжу из нее повязки на голову. Особенно очень классно смотрится такая резинка в несколько сложений. Если пряжа в несколько сложений, 2, в 3, либо объемная пряжа, тогда она получается очень такая фактурная и красивая. Даже из этой пряжи получилось очень даже красиво. Спасибо за внимание. Надеюсь, мое видео было вам полезно.